Всем большой привет! Сегодня 3 декабря. Это наш последний день в Турции. Вот полноценный прям последний день. Мы уже готовимся к отъезду. Завтра утречком уезжаем отсюда, из домика бунгало. У нас самолет завтра в 6 часов вечера. Этот влог будет состоять из такой нарезки, как мы тут готовимся к отъезду. В общем, я сейчас буду стирать белье и грею воду на это. У нас есть стиральная машина, но такие мелкие вещи я стираю вручную. Плюс мне нужно сегодня собрать вещи все, упаковать все. Сережка работает, я его сегодня не беспокою этим делом. Вот какие-то такие планы. Так, ну что, пришли к нам утка-гуси в гости. Что-то их давно не было, они все грязнющие. Сережка пошел проверить, есть ли у них вода. Что, есть, да? Да подождите, я еще не налился. Сережка сейчас бутылку разрезает уткам. У них там, ну я не знаю, одна треть грязи была. Обалдеть песка. Просто, обалдеть. Так, ну что, сейчас напоим малявочек. Может, где-то у них есть вода, но вот они приходят к нам просить ее. Ой, тут, кстати, был арбузик. А его нет, арбузика. А кто его срезал? А, все, вода есть, все. Понял, отхожу, отхожу. Идите мойтесь, пейте. Давайте, да, да, малявочки, давайте. Сегодня еще решила провести прямой эфир по рисованию. Буду уточек рисовать на память. Он как раз они в окошечке тут тусуются. Вот такое у меня рабочее место на сегодня. Сейчас буду все тут обустраивать, чтобы удобненько было. В общем, с Сережкой зашли сейчас в магазин. Нам нужно на отъезд какую-то дополнительную сумку, чтобы все объемное туда убрать. А то мы постоянно в руках это все носим. Да, вот такую сумочку взяли. Да. Слушайте, 55 лир. Ну вообще. Да, она нам даже заменила этот рюкзачок. Этот ремешок. Там был очень такой ветхий. Окей, окей. Простая сумка, 55 лир. Тебе какие-нибудь кеды, кроссовки не нужны? Можно, но у меня пока вот эти. Сейчас посмотрим, что еще такого есть тут. Давай обувь сейчас посмотрим, что тут есть. Тут столько обуви, очень большой магазин, и ремни тут, всякие разные обувь и сумки. Сережку не остановить, мы пришли тут на базар. Купить вкусняшки, дорогу. Блин, ну, такое вкусное все, капец. Почему он тут всего набирает, набирает? Сереж, может, ты остановишься? Я себе купила фруктиков. Ну, там бананчиков, хурмы. Тут, конечно, много чего всякого вкусного. Арахис, в чем только хотите вообще. Перцы, сахары, соли. У меня такое не особо. Что-то я ем, но что-то такое. Это все набирает и набирает хомячок. Короче, ребята, вот только что я сейчас вышел из магазина, и тут такой прикол был. Захожу я туда без, ну, без маски. А у них, ну, в этом плане они достаточно строгие, они там сразу начинают вот говорить, пожалуйста, оденьте маску. Ну, я думаю, ну и ладно, я сейчас ее одену, эту маску. Я захожу и, ну, достаю из-за кармана маску, одновременно заходя, и девушка какая-то начинает та-та-та-та-та-та-та-та, что-то на меня смотрит, что-то говорит, говорит. Я такой, ну, думаю про себя, да ладно, сейчас я одену, что-то успокойся. Достаю маску, говорю, вот-вот, смотри, вот у меня маска. А она продолжает говорить, та-та-та-та, подходит ко мне и начинает мне на голову показывать вот так. И кому, ну, другим продавцам начинает говорить, те тоже что-то с ней обсуждают, каким-то женщинам, все начинают рассказывать, что-то обсуждать. Ничего не понятно, что происходит. Я, короче, достаю телефон, достаю переводчик, говорю, давай, говори, что ты будешь сказать. И она мне что-то наговорила, я читаю. Я тебя видела в интернете, я говорю, видела тебя в интернете. Стрижка-то, я все видела. Прикиньте. Так что я уже здесь знаменитость, популярный мен. А про меня ничего она не говорила? Ну, если ты со мной зашла, я наверняка бы она тебя бы тоже. Да. Что ж, сегодня утро, уже 4 декабря. Мы практически все вещи собрали. Из вещей у нас... Вот это вот еще личные сумочки у каждого будут. Два рюкзака. Здесь компьютер. И вот эту сумку мы вчера, которую покупали. Здесь у нас две кофты, кроссовки и еда. Ну, очень много, две трети, наверное, сумки занимает еда. Вот, мы что не доели, все взяли. Воду взяли еще.
Так, все, практически тут по мелочи осталось доложить. И еще мы хозяйки Серифе оставили вот такой презентик, плетеное сердечко на память, и петербургская такая картина. Пусть будет память о русских путешественниках. Вот, ну что ж, не знаю, выдвигаться сейчас или не сейчас, сейчас дождик у нас на улице. В принципе, мы не торопимся, сейчас 9 утра, где-то в 11 мы планировали. Но если сейчас дождик прекратится, то мы уже выйдем и сейчас. Вот такие тучи у нас сегодня. Надеюсь, мы под дождь-то не попадем. Я так запаковала вещи, что большинство таких вот чего-то такого, чтобы от дождя, от воды спрятать, все в пакетике, чтобы они не промокли. Короче, мы выдвинулись в путь дорожку. Сегодня погодка, конечно, очень классная, несмотря на то, что дождь. Но по прогнозу где-то 20 градусов. Действительно тепло. Ну, может быть, потому что мы в куртках и теплых кофтах. Мы так оделись потеплее. А мы никуда не торопимся. У нас самолет 18:50. А сейчас где-то 9 часов утра. Так что мы идем потихонечку. Благо, что дождика нет. Это хорошо. Мы дойдем. И он начнется. И он начнется. Но мы уже будем под крышей. Да, сегодня по прогнозу 90% вероятность дождя весь день, с утра до вечера. И везде здесь, и в Каньялте тоже. Да. Но по факту, если у вас хорошее настроение, то дождь будет именно в те моменты, когда вы будете выходить, он будет проходить. Вот так у нас и получилось. Да. Все, выдвинулись в путь. Ну вот мы и пришли на остановочку, кинули вещи. И, как я и говорил, что дождь идет только, будет идти только тогда, когда мы будем под крышей. Только мы пришли, и, как видите, вот, смотрите, на луже потихонечку начался небольшой дождь. Так что вот так. Мы сейчас сядем на маршруточку. Я думаю, минуток 10 подождем. И через 3 часа мы будем в Каньялте. Сейчас я по интернету посмотрю, как нам оттуда добираться до аэропорта и где нам выходить. Все, ребята, мы только что мы сели в автобус. Вот наш автобус. Ждали мы его долго, если честно. Ну да, мы где-то минут 40. 40, наверное, минут ждали. Обычно он здесь ездит каждые, там, не знаю, 10-15 минут. Ну ладно. В общем, через первая остановка через минут 35-40 это будет Финике. Там выйдем, гуляем, потом следующее, по-моему, в Кумлудже, потом Чирала, и потом уже, по-моему, Каньялте. Ну, не важно. Ну, не важно, да. 3 часа ехать, где-то 3,5. Где-то 3,5 часа. Так, ну что? Только что мы вышли, засиделись мы. Из автобуса ехали, ну, 3,5 часа где-то. Да, капец, да. Часа. С нами тут люди еще вышли, все в аэропорт едут. Сейчас время половина второго, а нам к 6. Ну, сейчас посмотрим, в общем. Подожди, 2 часа отнимай. То есть нам к 4. Да. Ну ничего, даже если мы пораньше приедем, ничего страшного, я уже есть хочу. Да, в общем, мы сейчас можем вот пойти где-нибудь сесть в приятное какое-нибудь местечко, парк, посидеть, да, кстати, перекусить. Точно. Еды у нас много, так что вперед. В общем, мы тут с Сережкой думали, что у нас куча времени есть. Вообще, чего мы так рано приехали, а на самом деле посмотрели сейчас в интернете. В общем, этот автобус, который везет до аэропорта, он не так скоро и приедет, где-то ждать его около 40 минут или 50 минут, что-то типа около этого. И плюс он еще где-то 50 минут нас будет до аэропорта везти. И, в общем, мы приезжаем вот прям буквально тютелька в тютельку к регистрации. Так что сейчас, может быть, перекусим, вот тут как раз такая зона какая-то такая, тут со скамеечками. Перекусим, и как раз приедет автобус, мы сядем и поедем. Расположимся пока здесь, достаем вкусняшки и небольшой перекус себе устроим. И как раз автобус придет. В общем, достали сейчас те вкусняшки, которые вчера на базаре покупали. Сережка купила вот такой вот микс. Здесь вообще много всего разного. В общем, горох какой-то такой, он мягкий, как чипсики.
кукурузка вот такая вот. Она тоже прожаренная, такая мягенькая. Ну, очень твердый попался, да? Поломаешь. Ну, в общем, мне попался мягкий. Вот это арахис какой-то такой... Барбекю. Барбекю. Короче, вот это нут у них прожаренный. Ну, мне тоже мягкий попался. В общем, солененькое все такое, перченое. Класс. А это тоже, это арахис. Солененький, перчененький. У меня уже даже слюни текут. Это не знаю что. Сережка пробовал. Сладкое, не сладкое. Еще вот такое взяли. Ну, это сладкое. И еще вот такое у нас. Ну, это просто арахис соленый. Вот такие вкусняшки. Теперь вы видели все. Пока она не видела, я включил запись, чтобы увидели, как она тоже любит покушать, не только я. Блин, палец со всех сторон просто. У меня аж сервон. Ротик маленький, а загребущий. Пол лепешки за раз ухватило. Ну вот так у нас, короче, тут. Это лепешка с сыром, перец, всякие орешки там. В общем, что есть, то едим. Обожаю вот такую жизнь в походных условиях. Да, обалденно. На скамейке где-нибудь вообще. Дух путешествия. Да, а мы сегодня ждем автобуса, который написано в расписании, что вроде как придет через сколько там, полтора часа где-то. Да, ну 50 минут, конечно, нет. Мы сюда в 13 часов где-то высадились, по-моему. А 14.39 в расписании написано, что он приедет. Но я что хочу сказать? Он может и не приехать. Потому что уже было такое один раз, когда я по этому расписанию... Это приложение Moovit называется. Оно международное. И там прям... Вот, кстати, для тех, кто путешествует, может быть, не знаете. Очень удобно, можно посмотреть общественный транспорт по всему миру. Вот. И как-то раз уже мы тоже... Вот, подойдите, какой-то автобус. Мы шесть. А, не наш. Ну вот, и мы как-то раз по нему тоже сели, а автобус не пришел нифига. Блин, а вот что делать будем? Да, я просто думаю, мы сейчас досидим до последнего. Будет уже без 23. А раз автобус не придет, мы так можем опоздать. Потому что ехать дофига, почти час. Ну ничего, ладно, вот тут есть кнопочка такси. Кстати, у них интересно, такси, видите, вызываются при помощи кнопочки. Нажал, стоишь, ждешь. Не надо тебе интернета, никаких приложений, ничего. Через там 5 минут подъедет такси. Это удобно. Ну да. Так что вот так. Еще у меня тут айранчик взят. Мне очень нравится турецкий айранчик. Короче, ребята, как видите, мы сейчас уже сидим в автобусе. Это было вообще весело сейчас. Интервал 5 минут где-то. Да. Между тем кадром мы идем. Да. Мы такие сидим, вообще ничего не подозреваем. Ну, до прихода автобуса еще там по расписанию. Час, наверное. Да, да. Вот, да, мне говорят, напоминают, что нужно маску одеть. Да, и, в общем, мы ничего не подозревая, сидим, жуем, едим. И тут, бац, и едет наш автобус. А они здесь такие очень быстрые, быстро подъезжают, быстро останавливаются и отъезжают. Мы, короче, а у нас все, представьте, разложена вся еда на скамейке, все, все сумки. Мы быстро хватаем, кто что успел схватить, быстро бежим. Лада вообще не разобралась, ничего не поняла. И побежала за автобусом, который уже отходит, который был перед ним. В общем, короче, не наш автобус. Не наш автобус. И я его торможу. И она начала его тормозить, орет, остановись, остановись. Я говорю, да куда ты бежишь, наш-то, вот он. Она такая, побежала в другую сторону. В общем, это было очень смешно. Забежали сюда в автобус, этот водитель. Маски, срочно оденьте маски. Мы такие, блин, да конечно оденем, мы просто вообще, ну, у нас, представьте, в каждом пальце по сумке, грубо говоря. Это пита с сыром где-то. Пита с сыром это все, да, это перец там. Вот.
какая-то жесть. Сейчас вот там даже говорят, что оденьте маски, короче, вообще ни на секунду нельзя снять в этом автобусе. Типа говорят, здесь камеры. Снимают камеры, и потом, ну, типа, водителей будут ругать. Вот, ну, а я, честно говоря, хочу поесть. Я не знаю, как мне теперь поесть. Так что вот так вот, все, едем в аэропорт, где-то минуток через 40, наверное, будем. Я не могла это не заснять, уж простите меня, пожалуйста. Выход из ситуации сложившейся. Так, ну что, мы вышли из автобуса. Нас он довел прямо до аэропорта, аэропорта международного. Ну, кстати, недолго мы ехали. Не успели даже расслабиться, как уже выходить. Сейчас будем смотреть, куда нам нужно продвигаться. Время 2:30. Приехали мы чуть-чуть пораньше. Ну, ничего страшного. Потусим здесь. Так, ну все, мы зашли в аэропорт, прошли круги ада. Да. Ну, на самом деле, я понял вкус вот этого путешествия без вещей, без огромного количества. Да, конечно, вот у нас, видите, у меня есть вот сумка эта, да, есть рюкзак, но, блин, у других, я смотрю, столько вещей, что это капец, там просто... А, так, теперь нам сейчас нужно найти местечко, где... посидеть и подождать нашего. Кстати говоря, вот Лада говорит, ее подписчица сказала, где здесь можно поесть шаверму такую, которую мы знаем, с соусом, чтобы была. И вот она говорила про Арбис, некий сеть такого фастфуда. И здесь, оказывается, есть Арбис. А я, блин, только что поел, так обидно. Ну, может быть, я через часик захочу есть и все-таки съем ее. Не хотелось бы уезжать, так и не попробовал. У нас еще 2 часа до регистрации. Давай посмотрим вообще, что. Вот он, Арбис. Ну, кстати, я что-то не вижу здесь прям соуса. Странно, соуса я не вижу на картинках. Так, мы идем на регистрацию. У нас вроде 303-й. Сейчас будем регистрироваться. Ну вот и все. Прошли регистрацию. Так, ручная кладь у нас. Ничего лишнего. И никаких проблем. Ну да, но у меня-то рюкзачок вывесил больше, чем на 8 килограмм. У меня 9 вывесил. Но он посмотрел, сказал, окей, no problem. Да. Кстати, интересно, что не спросили ни гес-код, ни QR-код, там, по прививках, ничего вообще не спросили. Лада это очень любит, она все время ждет, а ее не спрашивают. Она расстраивается. Не, ну это хорошо очень. Все, мы туда. Вот. А, нужно отойти. Сори. Вот. Мы тогда в зал ожидания, да, пойдем вот где эти самые. Пошли. В общем, мы прошли досмотр. Ну, как это называется? Осмотр мы прошли. Там что-то были вопросы по поводу моего рюкзака или там или Сережиного рюкзака, ну не знаю. В общем, они попросили по еще поводу моего рюкзака был вопрос. По поводу твоего, да? Они попросили еще повторно туда закинуть этот рюкзак рентгеном просмотреть. Давай, общем, я расскажу, потому что я все это видел, давай, а ты была в стороне. Давай. Они просто сначала один раз прошел, и он присмотрелся и ну, что-то там не понял, начал меня спрашивать. Я его, естественно, по-турецки не понял. Потом он говорит, пожалуйста, отнеси его обратно еще раз. Еще раз прошел. Опять не понимаю, что-то там такое не то, начал меня что-то спрашивать. Потом он подозвал женщину. Женщина подошла, взяла этот рюкзак, вот так его потрясла, укомплектовала, упаковала, ну, как бы это, короче говоря, утрамбовала и опять отправила. То есть, видимо, ему было не разглядеть, что там находится, но что-то его подозрительное было. Опять проехал, опять они начали разговаривать, уже начал скапливаться народ, люди ждут. Подошла еще одна женщина, и как бы муж так, типа, как террористы какие-то. Я уже говорю, ну давайте выясним, давайте, если хотите, я могу все раскрыть, мы можем все это посмотреть.
Ну, естественно, они меня не понимают по-турецки. В общем, в итоге вот так несколько раз просматривали. И в конце концов они что-то начали разговаривать о чем-то. Пока они да. разговаривали, и там подошла Лада женщина подошла, с телефонами. И им говорит, о, тут мои телефоны. И они такие на нее типа переключились. И Сережа говорит, ну пока они тут чего-то это разговаривают, давай их идем. Да, Лада предлагала еще продолжать разбираться. Там, давай я сейчас вытащу, что там у меня это. Я говорю, пойдем отсюда, просто пойдем уже. В итоге мы ушли, короче. Да, и, кстати, нас пропустили с водой. Ну, вообще, вот литр, по-моему, жидкости так, тут разрешается проносить с собой. А у нас 1,5-литровая бутылка немножко тут воды осталась. Мы хотели ее выбросить. Ну, потому что, как бы, по ты опыту, да? Я не ну, да, по опыту. Вот. И пропустили вместе с ней. Ну, ладно, пропустили, хорошо. В общем, мы ждем посадки. Еще нам 1,5 часа до посадки. Ну, тут уютненько, тепло, хорошо. Сидим, ждем. Thank you.